количество пациентов мобильный госпиталь принял с августа по декабрь месяц? Ну, с прибытием мобильного госпиталя с 18 августа по декабрь месяц мы приняли более 2000 больных. Стационарно 645 человек, а амбулаторно 1500 человек мы приняли. А с какими, ну вот как течение болезни проходило? Совсем тяжелые к вам обращались уже с поражением легких серьезным? Были ли привитые люди? Как вообще, какие, ну как, расскажите. Больные к нам, конечно, обращались разные и по тяжести. Могу сразу сказать, больные в основном были средней степени тяжести, и тяжелые тоже поступали. Доставка осуществлялась из других лечебных учреждений, и на скорой к нам подвозили. На этот раз больные были тяжелые по сравнению с прошлым разом, когда мы находились в Республике Абхазия. Давайте мы коснемся темы вакцинации. Она у нас в республике, к сожалению, пока проходит неактивно. Рекомендуете ли вы, понятно, что рекомендуете, тем не менее, вот ваши рекомендации? По поводу вакцинации могу сразу сказать и уверенно, с учетом того, что мы увидели своими глазами, когда мы принимали больных, лечили в нашем госпитале применительно в Республике Абхазии. Вот с уверенностью могу сказать, дорогие жители Республики Абхазии, прививайтесь. Вот у нас были больные привитые, вот они протекали у нас намного легче, чем люди, которые без прививок. Люди, конечно, разные вопросы задают. Я еще раз могу уверенностью сказать, те люди, которые к нам обращались, те люди, которые у нас стационарно лечились привитые, у них лечение протекало намного по количеству дней, сколько дней короче, чем у других. В реанимацию не попадали. В общей палате в течение недели, 7 дней мы их вылечивали, отпускали домой без осложнений. Коллеги, вопросы? Ну, тогда тот же вопрос, который мы с вами долго согласовывали. Почему все-таки госпиталь завершает свою работу в декабре? По поводу госпиталя, по поводу завершения могу сразу сказать, что мы выполнили свою миссию. Мы люди военные, мы носим погоны. Есть команда, мы команду выполняем. А вот все-таки рекомендации, вывод от нас, уезжайте. Болезнь в Абхазии, как и в других странах, остается. Как себя вести сегодня жителям Абхазии, чтобы преодолеть? Дорогие жители Республики Абхазии, я, пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Единственное, хочу акцентировать внимание, попросить всех людей, которые здесь проживают, и гостей, которые будут приезжать в Республику Абхазия, чтобы они соблюдали меры профилактики. Вы знаете, что заболевание, оно очень коварное, протекает очень тяжело. Не смотрят, в каком возрасте, откуда он приехал, в каком он звании, какой он должности. Надо соблюдать меры профилактики. Носить маски, не ходить в гости, находиться дома, в кругу семьи. В общественных местах, еще раз говорю, одевать маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. То есть соблюдать все меры, которые доводят Минздрав Республики Абхазии и по всему миру, и по всей республике. Тогда, я думаю, мы победим это заболевание.